Снова вам привет. Жива-здорова. Я это... Так, Ксюха пила чай, а я напью. Подруженца моя приезжала, потом за ней еще поеду. У нас здесь по местности. Делает ногти, маникюр в салоне. Встроилась еще в салон. Боже мой, баба работает на трех работах. Бухгалтером работая, на судотке работая. Дома ногти робишь и в салоне ногти робишь. Четвертая работа. Антоша закипел чай. Тоша! Чайник выкипел? Да. Да? Представляешь? Вот, так что, приезжала сестренка Настюша. Побыла у меня, потом поехала еще к сестренке к моей, к своей же. Вот, сестрице Аленушке. Вот, поехала туда, побыла, короче, уже тоже уже дома звонила. Боже мой, мухи надоели. Вот. Грохнула одну муху. У меня варится картофля. Уфочки. Да-да, уфочки. Ксана, какой красивый мальчик. И у меня разморозился фарш. Значит, там розетка уже давно не работает. Вот тут вот, да? Вот, поломалась розетка, починить ее некому. Я взяла удлинитель, короче, от этой розетки, сюда протянула и включила микроволновку, разморозила фарш. Думаю, ну, как-то так. Сейчас у меня здесь замачивается батон. В фарш я добавила уже чеснок. Лук не добавляю, не люблю. Добавила 2 яйца, чеснок, всякие разные приправки. Ша туда забабахаем, тошка глядит, забабашим сейчас туда. Забыла. 1, 2, 3. Батон. Добавим батон. И будут у нас котлетки. А еще Антошка заходил на сайт. Вот давно, кстати, да, Ирина Липская, Ирочка, не приветики. Надо, еще ничего не известно. Ну, ты же известно. В комментариях писала, что самое главное, не сказала про Антошку. Заходил на сайт. Ну, конечно, все равно мы будем ждать письма с результатом. Ну вот, но заходил на сайт. И на сайте там уже посмотрел, в списках он уже есть поступивших. Это списки поступивших были или поступающих? Вот это как раз-таки надо узнать. Ну, скажите, тоже все поступивших, которые уже все взяли экзамен. Ну, раньше таких списков не было, да? А? Раньше таких списков не было. Раньше. Ну, до этого такого списка не было. Значит, там мы поступили в музыкальный колледж, да? Музыкальный колледж. Короче, 31 августа заселение в общежитие. Нам до 31 августа надо будет, наверное, да? А многодетных, да? Или а многодетных они сразу брали? Не помнишь? Кто знает. Ой, короче, надо мне позвонить тут одной нашей местной. У нее дочка там учится. Куриц. Надя, знаешь такую? Да. Вот, она там учится уже 3-й курс, наверное, такой. Надо мне разузнать, когда они поступали, что у них было, что какие документы для общежития. К сожалению, там нужно состояние здоровья и сохранение. А состояние здоровья? Ну. А как где ее брать? Ну, мы с тобой, помнишь, делали. А? Может, мы с тобой делали. Ну, так она осталась там. Ты мне еще, ну, ты забрала еще одну такую штучку. Какую штучку? Они комиссию, они забрали, комиссия у них вся. У нас на руках комиссии нет никакой. Подруга. Знаешь, позвони, спросите, если надо будет комиссия, наш съездим, что сделаем. Не поручается. Ну, мне, может, просто от педиатра справка нужна будет. Ну, от нашего, от местного. Может быть. Даша, я сейчас готовлю котлеты и кашу. Потерпи, не надо. Хорош, так сказать. Я когда-то не хочу. Вот, я тоже так подумала, что не надо, так сказать. Вы только уже перекусили, кушали, вы не голодные. Просто хочется чего-нибудь пожевать, да? Ну да. Котлетки будет и картошечка. Маслен. И еще салатик сделаем. Что? С огурцов. Нет? Капуста там где-то. Я салаты не люблю. Ты салаты не любишь? Не. Это капуста мы привозили от твоей мамы. Я люблю, которые с помидорами. Помидорами только?
Помидоры мне зреют, что-то сладенькие, между прочим, помидоры. Угу. Их много, но они зреют, что-то сладенькие. Я могла бы попробовать с огурцами и с этими помидорами. Ага. Вот. А с капустой что, не любишь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Картошка. Да. Бульба. Знаешь, что такое картошка? Бульба. Знаешь? Бульба – это картошка. Ну да. А лук – это что? Сволочь. Когда я режу, все очень хочется плакать. Да? Да. А цибуля? Цибуля? Из нее готовят. А, короче, лук, когда режешь, плачешь, а цибуля из нее готовят, да? Я не помню, господи. Лук и цибуля – это одно и то же. Серьезно? Серьезно? Представляешь? Я просто не помню. А бураки и свекла – что такое? Что такое бураки? Овощи. Ну, красного цвета, да? Суп мама с них варит, да? Борщ. Борщ. Свекла. Свекла? Свекла. Снова не помню. Это тот самый бурак красного цвета, с которого мама варит борщ. Господи, блин, я не помню. На разных языках. Бураки и свекла. Свекла по-русски, бурак по-белорусски. Нет. Нет? Свекла не бывает по-белорусски. А как бывает по-белорусски свекла? Ой, бураки. Ну, наоборот, у нас свекла по-русски и бурак по-белорусски. Ну, сама не знаю, но факт то, что бурак и свекла, а это что, одно и то же. А что, увидите, снимайте? Да. Скажи всем привет. Привет. Расскажи что-нибудь о себе. Не-не-не-не-не-не-не. Я не буду с тобой не говорить. Почему? Ты хорошая девочка, в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу. Чего? Ты не знаешь такое стихотворение? Я маленькая девочка. Я в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу. Не знаешь такое стихотворение? Нет, мне такое не рассказывали. О, боже. А что тебе рассказывали? Ничего. Ничего. Я знаю такое есть скороговорку. Какую? На горе стоит статуя, у статуи нету. Это не скороговорка. А что это? Я не знаю, что это, но это не скороговорка. Нету глаз. Нет, не так. А как? Нету глаз. Ты не порти мой рассказ. А дальше? Ну и все. Да. Походу чего-то тебе не правильно. Это не стихотворение, у тебя, походу, чему-то не так правильно научили. Ну, кто сейчас смотрит нас, догадываются, да? Что это за считалка такая, тебе прикол. Не буду. Выражу все. Все, фарш готов. Моем руки. И жарим котлеты. Дети, идите кушать. Все. Пюрешка, котлетка. Ну, он тоже сам себе салат, если хочет, положит. А девочка мне уже положила. Вот пюрешка, котлетка и салатик. Сама пока кушать не буду. Дождусь, мне должна позвонить. Мы подруженцы с девочкой. Вместе работаем. Вместе рожали я Карину, она Тёмку. Вот, можно позвонить, чтобы я ее забрала в Чите. Потому что, а может, не скоро ее заберет. Будет у меня. Вот мы вместе покушаем. Все, ужин у меня готов. Пока Ксюха не позвонила, поползу дербанить цветник дальше. Выкорчевывать. Девочки, идите кушать. Нам приятного аппетита. Если что, еще там увидимся. Боже, что она там вытворяет? Что она там на окошке делает? Музыку слушает и нечто художничает. Что она там вытворяет? Не вижу я. Что-то рисует. Ну, а я детей покормила. Вот, Александр пришел с работы. Пускай разбирается сам. Мы с ним не разговариваем, как хочет большой. Большой уже ребенок справится сам с
своими проблемами. Ну, а я добралась, вот, видите, уже вон там докорчевала все практически, стали такие, ну, большие эти вот хосты, не знаю, ну, короче, перчатки не выдерживают, вот, видите, вылазить перчатки, ногти обычно выдерживаются, тут не выдерживаются, ну, потому что реально они мне очень длиннющие какие-то. Вот, завтра мне в день на подработку до обеда, а там Ксюша пойду облапошу свои ногтики. Ну, а сегодня поработаю. Что это за херня? Видите капельки? Кап-кап-кап. Зараза. Прятаться. Мася, привет. Пошел дождь. Главное, светит солнце, и пошел дождь. Козел дождь. Ай, дождь, козел. Что это такое? О, мордатая туча. Утро. Не хочется, да? Мне сегодня на подработку папа Доминики на работу. Мне на подработку. Старшие детки сами справятся и есть покушать возьмут. И котлетка есть, и пюрешка есть. Вот. Да и так колбаски отрежут, и чай себе сделают, покушают, да? А мне нельзя нас брать. А тебе нельзя нужно брать. А тебе могут сказать, что мы тебе не дадим, подожди и тому подобное, да? Будешь голодная. За Доминику переживаю, так как она маленькая, поэтому Доминика едет со мной в город. Да? К девочке. Тетя Оксане завезу, да? Вот, будешь с тетей Оксаной. С Тёмкой мы говорим, так, вообще не нужно столько. У меня же слопнет живот, Доминика. Беги, дорогая, беги. Беги, дорогая, беги. Куда едем мы с Пятачком? Большой-большой секрет, Доминика. Что? Куда мы с тобой едем? Домой. Я сегодня была на подработке, до часа у меня стояла подработка. А после работы я иду на маникюр. Здесь у меня роза, на другой стороне синий. Ну, попозже покажу. А. Нет, сейчас мы быстренько едем за справкой. Вот, что Доминика сегодня в садик не пошла? Потому что мы вчера не взяли справку, оказывается, нужна справка в садик. Не помню, говорила об этом, не говорила. Вот, поэтому у меня сегодня подработка, сотрудница девочка дома. Доминика была у нее. Полдня была у Доминика у нее, но потом была я с ней, потому что мы делали с ней ногти с Ксюхой. А сейчас по газам едем взять справку, потому что завтра мне на целый день работы с 8 до 8. Поэтому завтра Доминику нужно кровь с носа сдать в садик, потому что старшие дети ее не доглядят. Ну, не хотят они сильно с ней уличкой гуляться. Вот, так что летим за справку и домой. Санек в бешенстве. Дома дети одни. Но так они завтра будут целый день одни. Дети. Не нравится, когда я на работе, дети одни. Бери за свой счет и сиди с ними. Няньку найми в конце до концов. Как-то вот так. Тетя Маша. Какой я звонила, чтобы посадили до тети Маши? Нет, мне не звонили. Ты не хочешь? Вы не ходили. Мы не звонили даже. Я звонила Карине. Да. Мне мама звонила. Угу. Я даже не знаю, что такая тетя Маша. Тетя Маша, это мама Антона. Танцуй. Ой. В смысле танцуй? Танцуй. Что тебе бардак в комнате? Это творческий беспорядок. Ну танцуй давай. Танцуй. Танцуй. Танец танцуй. Ля, тебя не видно. Только твоя кровать. Танцуй. Я не танцую. Ну пой. Ладно, сижу за решеткой в темнице сырой. Кошмар. Давай, скрыт, распечатай. Что это такое? Зачем мне это? Давай, что там написано? Не поступило то написано. Я тебя тогда урою. Аж две писульки. Какие-то. Это обратная сторона. Да, это дополнительные принадлежности какие-то. Здравствуйте, вы стали одним из участи...
Вы стали одним из учащихся первого курса, ё-моё. Язык запитается. УО Младенческий государственный музыкальный колледж имени Агинского предлагает информацию, которая будет полезна вам. Ну, типа, адрес какой-то. Угу. Самого колледжа, получается, телефоны. Угу. Ну, тут расписание. Расписание, качество, ну, поступил, что еще сказать. Население в общежитии учащихся первого-второго курса 31 августа 2022 года. Угу. Все. А вторая бумажка что? Ну, тут не знаю, потом почитаем, что там. Да там, скорее всего, что-то написано? Извещение. Угу. Короче, та-дам! Первокурсник! Поздравляю! Вот так от всех. Вы зачислены на учреждение первого курса. Все? Ты рад? Нет. Нет? Я хочу спать. Нормально. До обеда спал, девочки сказали. Сейчас ты еще дрыхнул. Они сами спали. Угу. И ты дрыхнул. Ну, все. Смотрите, сколько огурцов у меня стоит. Вчера стояли, потому что на работу ж вызвали, да? Не. Вчера сточной было. И не поставила. Блин, не было времени. Ладно. Короче, давно стоят огурцы у хозяюшки. Надо еще выбрать и сегодня закатывать конкретно. Вот. Ента рука с ногтиками. Такая. А ента вот такая. Я что-то тоже замурзакалась. Вот. Ногтики мои такие. Что, на этом буду заканчивать свой влог. Там немножко того сего, да? Вот. Саньку не понравилось, что я на YouTube всю его подогодную рассказала. Говорит, такое, что ты не расскажешь про себя с 15 лет. Ну, вот далеко ты копнул, дорогой. Вот, где и что я была до тебя, до него, как говорится, да? Ой, короче, с пустого упорожня называется. Такие вот делишки, все, будем чем-нибудь заниматься. А может, ничем не заниматься, человек с работы приехал. Вот я в 5 часов была дома, вот он уже раздетый, того лежит, спит. Или лежит, короче, не знаю, что он там делает. Вот. Сказал, хлеб с батоном нужно купить детям. Сказал, до 25-го будем хуй сосать, у него денег нет. Я говорю, ну, детей это не интересует, почему денег нет. Я свою зарплату на кредиты потратила, у меня денег точно нет. Вот, так что, где хочешь, там покупай детям еду. Обеспечивай. Короче, так. Кто там ползет? Когда? Когда? Ты приползла сюда? Да. Да. Ты кушаешь печенька? Вкусно тебе? Угу. Хрустит. Хрустит печенька. Хрустит печенька. Ой, короче, сыр-бор, друзья. Не знаю, что будет тут. Не успокоится никак. Говорит, я тебя не трогал. Ну, конечно, ты меня не трогал. Ты меня замахнулся. Ты меня не ударил, да? За руку подставила. Но замахнулся. Раз была замашка, значит, будет продолжение. А продолжения не будет. Мы на этом... Бультая мамочка. Бультая мамочка. Мы на этом закончим нашу дружбу. Да? Не чмякай. Все, ребята, всем счастья, любви, здоровья, всем пока-пока.